Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2». И давайте-ка, наверное, немножко освободим свой склад. Так, нам нужно что-то продать, это не нужно. Так, ну а если мы, например, с вами сделаем небольшое усиление? Так, что можно нам сделать? Подождите секундочку. Колечко, сможем или нет? К сожалению, нет. Ладно, хорошо, давайте попробуем, наверное, броню тогда. Так, на стрелка не получается. Так, на боя нет, давайте все-таки тогда выберем кольцо. Вот так вот. Мы можем до 3 звезд развить. Ну что ж, давайте попробуем. Давайте вольем все, что нам пока не нужно. Я думаю, да, посох тоже. Отлично. 3 звезды у нас будет, и оно становится эпическим. 120 долларов это дело у нас стоит. Ага, на пятерочку мы с вами прибавили. Ну что же, в принципе, наверное, хотя нет, ребята, можем, наверное, мы с вами еще влить, но это уже будет потом. О, отличный ящик, давайте посмотрим, что выпадет. Ух ты, броня. Угу, для нашего стрелка 4 звезды. Так, а у меня-то какая стоит, я уже, если честно говоря, и не помню. Но мы сейчас это посмотрим, где у меня стрелок. Да, конечно, меняем. О чем тут можно говорить? Так, ДП-50, а тут ДП-42. Естественно, будем менять, ребят. Тем более, это синяя, а это эпическая, как-никак. От этого он только у нас круче станет стрелять. Тем более, скорость атаки плюс 8. В принципе, меня устраивает это все. Так, у моей ассасинки ничего нету, у боя тоже. Как же я хочу получить себе вампира уже в конце концов или колдунью. Но для этого нам еще пыхтеть и пыхтеть. Ну что, ребят, давайте-ка. Так, а у нас не пройдено. Хоу. Ну что же, я предлагаю сходить на испытание, ребята. Так, у меня 138 жетонов. Нужно, как вы помните, 600. То есть еще дофига нам здесь, ребят, придется драться. Так что приступим, пожалуй. Не будем откладывать это все в долгий ящик. Так, что у нас здесь? Опачки, это кто такая? Ага, опять же из магазина черной жемчужины. Смотрите, с двумя какими-то тесаками она. Так, забрали у меня оружие, значит, у боя и у лучника. Ой, у лучника, у стрелка. Еще мне понизили защиту. Ну, как всегда, ребят. Ладно, будем пытаться. Ничего себе, у нее оружие поменялось. Вы посмотрите, у нее стала какая-то фигня на цепи. Ладно, будем разбирать ее. Хе-хе. Я думаю, она здесь далеко у нас не протянет. Так, стрелок, отойди. Воу-воу-воу, что она там собирается делать? Не успела, к сожалению. Все, в тюрьму ее, в мусорную. Соответственно, ребята, будем применять все свои скиллы, которые у нас только есть. Чтобы на них... Да ладно, вызывают ассасинку против нас. Ё-моё, вот это уже плохо. Так, нам нужно следить с вами за нашей хилкой. Так, надо вот это вот как можно быстрее прихлопнуть. Что она собирается там бомбануть? Да упади ты уже в конце концов, а? Она не хочет падать. Что такое? Ну... Отлично, осталось совсем немножко ей. Но не забываем, что у нас здесь ассасинка. Тем более с тесаком с таким она бегает. Блин, стрелок, отойди, ты не видишь, что ли, там звездочки? Ты достала уже. Отлично, ребята. С продавцом, как говорится, мы расправились. Где ассасинка, куда она делась? Ага, вон она куда портанулась. На тебе дубинкой. Ну что, я надеюсь, мы привлекли внимание к себе. И будем потихоньку ее уже разбирать. Она вызвала двойника, это для нас, в принципе, не проблема. Опять тут эти звездочки повыпадали. Так, в тюрьму. Блин, не туда, ребята, тюрьма сработала. Я нечаянно поставил на бочку. Давай. Заключенный, тюремщик, бомби ее. Что она там хочет? Ага, мимо. Отлично, вот она и попалась у нас. Ну, давай, заключенный, бомби ее. Отлично. Ну что, я вам скажу, что испытание это у нас было довольно легкое. Мы даже прошли на ранг S. 150 долларов получили, плюс одна монета и сундук лунного нового года.
Так, открыта новая слава. Поздравляем. Это слава, я думал, задание. Хорошо. Так, открываем здесь. У нас 1200 долларов будет, когда у нас пройдет время и откроется этот саквояж, так скажем. Ну что же, нам нужно, ребята, с вами дальше как-то проходить сюжетку. Поэтому я думаю, что будем. А здесь у нас будет босс. Давайте посмотрим, кто и что здесь такое. Ага, мы опять с вами в тюрьме якобы. И кто у нас здесь навещает? Ох ты, ё-моё, да ладно. Их здесь двое, ребят. Блин, надо вот этого вот старика, наверное, в первую очередь ликвидировать. Потому что он достанет тут своими телепортами. Ох ты, ты посмотри, как они лихо разбирают у меня заключенного. Так, отойди-ка. Бой, тоже переместись. Давай-ка своим вот этим супер лазером. Блин, практически ничего не отняли. Ха-ха, в тюрьму его заключили. Вот так. Пускай это посидит, подумает. Слушайте, здесь будет очень жестко, так как эти два босса сами по себе довольно сложные. Особенно вот эта вот баба-ниндзя, которая будет вызывать своих двойников. Ну, по крайней мере, первый раз, когда мы с ней дрались, так оно все и было. Не знаю, что в этот раз ей приглючит. А этот старик у нас все время будет прыгать. И причем... Ага, вот он что-то... Хе-хе, недолет. Дурила. Поэтому я буду, наверное, весь акцент делать именно вот на этого старика. Вертушка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Смотрите, мы уже половину здоровья отняли у него. Так, бой хорошо поработал. Подхил. И прыжок. Раскидаем их нафиг. Отлично. Нечего им там стоять. Так, дед, ты достал уже в корень. Подхил, естественно, ребята. Так. Сделаем, как говорится, дождь из пуль. Этого опять в тюрягу. Ну что? Кстати, тюрьма, ребята, ничего ровным счетом не дает для босса. Он все равно будет прыгать. Вот он уже собирается. Оп, и мимочки. Все, пора его, по-моему, добивать. Достал уже, а теперь на стрелка. Ай-яй-яй. Не успели. Опачки, плохо дело. Очень плохо, ребята. Ну, добьем, нет, с вертушки-то его. Да давай, ты уже, блин. Осталось чуть-чуть, немножко. По-моему, все равно еще живет. Ну, выстрел. По-моему, готов, да? Нет, стоит еще на ногах. Ё-моё, хилка, отойди, пожалуйста. Ну? Блин, да как он там живет-то? У него, по-моему, хп уже нету. Все вроде бы. Да ёп, все равно стоит. Получи, как говорится, дубиной по лбу. Да, ребята, детка мы с вами расколбасили. Все, принимаемся теперь за эту девушку. Девушка-самурайка. Вот, по-моему, сейчас она будет вызывать, да? Или нет? Смотрим. Пока никого не вижу. Двойников наших тоже она не вызывает. Слушайте, но это намного упрощает нам жизнь, потому что ей хана тогда в таком случае. Все, мы ее сейчас здесь, наверное, и разберем. Вертушечку сейчас. И... Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, добиваем. Так, у всех откаты по скиллам. Давай, стреляй, стрелок. И... Есть! Ну что же, я вам могу сказать одно, что босс этот был довольно легкий, но вы не забывайте, что уровень сложности у нас нормальный. Когда мы пройдем здесь все полностью, уже будет сложно, а потом в конце ад. Так, продвинутый сундук 5. Ага, задание выполнено. Так, открыта новая слава. Ну-ка, что мы получаем? 200 долларов. Слушайте, спасибо большое, деньги мне сейчас очень сильно пригодятся, потому что нужно еще развивать своих персонажей. А как я вам говорил, все это стоит очень и очень дорого, тем более, когда скиллы уже идут продвинутые. Там 3000, 5000 баксов, а у нас всего лишь с вами 500 долларов. Ну что, пойдем, наверное, с вами в рогалик мод сыграем немножечко, да? Потому что мне нужны монеты на моего вампира, а зарабатываются они именно здесь. Так, что у меня есть узник? Или подожди-ка, нет. Да, вообще-то у меня есть узник, также... Кого взять-то лучше? Какой уровень-то, а? Для следующих битв навыки контроля необычные. А здесь вот это возьмем, потому что тут дают монеты. Ну а у нас
Монеты, это, скажем так, приоритет. Ёлки-палки, блин. Вот, понял я, ребята. У нас же заключенный во вспомогаловку ушел. Надо было его немножко передвинуть, чтобы он был у меня основным бойцом. Я боюсь, здесь нас разберут. Будем смотреть. Ой, бомбочка, ты сработала немножко не там, где надо. Я, честно говоря, не думал, что она именно таким образом работает. О, чё, у меня... У меня забомбили боксера? Как так? Очень и очень быстро, ребята. Ну что же, вся надежда у меня на моего заключенного. Будем как-то справляться с помощью его. Так. И мне нужно рисануть, видимо, боксера моего, ребят. Ой, что я взял-то? Я подобрал с вами микрофон, который мне дает массовый подхил. А мне нужен рез обязательно, чтобы боксера поставить обратно на ноги. Хотя я, в принципе, в своем заключенном уверен, но он у меня не развит. Потому что здесь вот именно в рогалик моде, ребята, не действуют наши вот эти вот усиления, которые идут в обычной игре. Так, ладно, как-нибудь будем справляться. Так, пока вроде бы неплохо идет все. Как видим, у меня заключенный нормально справляется. Давай, вертушку, мне нужна вертушка. Отлично, вот так вот, смотрите, как мы кромсаем. Хе-хе. Да, следующая партия пришла. И боксер мой оживает. Так, теперь нужно обязательно его подхилить. Во, все, теперь мы на коне с вами. Ну что ж, давайте разбирать их потихоньку. Главное, ребят, следить за нашей хилкой. Не должно быть так, чтобы ее постоянно атаковали. Если она упадет, все, это крышка будет всему. Блин, какой же ты слабый у меня, а, боксер, ё-моё. И идет на шипы. Давай вот сюда переключимся. Плюс опять на нем висит радиация. Как же она меня бесит, я даже не знаю, откуда она берется, если честно. Наверное, это все-таки вот эти вот чувачки имеют какое-то оружие или еще что-то. Ну-ка. Почему? Я не могу понять. Ведь бомба взрывается, волна идет. Почему не отражается урон на врагах? Очень странно. Ладно, хорошо, давай, заключенный, забомбим этого лысого. А боксер у меня там с хилкой все никак не может справиться. Это еще раз говорит о том, что он очень слабый. Поэтому не зря мне в свое время, когда-то давно-давно, ребята говорили: не прокачивай боксера. А мне пришлось его прокачивать, потому что когда ты начинаешь игру, это твой первый персонаж. И я в свое время в него очень много влил. И денег, как говорится, это, чтобы раскачать его хотя бы. Потому что пока мы дойдем до того уровня, где можем получить заключенного, очень много надо пройти этапов. Так, ну, что там, что там? Ну, не вижу из этих карточек, но, по крайней мере, вертушка сработала хорошо. Так, хилка у меня пока защищена, как видите, вот этим вот магическим кольцом. То есть к ней никто подойти не могут. Но зато могут ее поймать в сети. От этого, конечно, ничего не спасает. Также ее могут расстреливать. И отсюда ты достал уже, а? Посмотрите, как две хилки очень хорошо отхиливают этого якудзу. Ну, я думаю, все равно мы его здесь сейчас закромсаем. Ну, а потом уже будем разбирать хилочек. Ну, падай, отлично. Все. Ну что, хилюшки, да, хилились? Пора с вами завязывать. Они сейчас будут друг друга хилить, скорее всего. Так, защиту поставили. Слушайте, и мне кажется, что это последние две телочки, которые здесь будут. Так, звездочки свои бросают постоянно, причем. Да, как вы знаете, на них стоять нельзя, потому что у нас тратится ХП. Слушайте, достали уже. Вот, одна готова и последняя осталась. Сейчас мы ее по-быстренькому разберем. Ну, я могу сказать одно, что если у меня будет в компании только лишь один боксер, мы далеко с вами не уедем. Да, отлично, прошли, все хорошо, все целые. Но зато мы потратили свою помощь, ребята. А в помощи у нас был как раз заключенный. Так, задание выполнено, понятно. Да, мы сыграли. И кого же нам поставить? Давайте, наверное, мы хилку возьмем с собой, потому что от хилки здесь будет больше толку. Тем более их 4 штучки. Пригодится. Она, видите, исцеляет всех сотрудников на 50%. Остальных придется, да, скидывать. А у нас там всего одна карточка улетает в небытие. Жалко, конечно, что их нельзя соединить.
Ну и как видим, ребят, текущая команда у меня Хилка и Боксер. Я, конечно, попробую дальше все это, ребята, сделать. Но сомневаюсь, что Боксер у меня здесь потянет. И на это есть очень много причин. Во-первых, у него очень слабые удары. Во-вторых, у него нет таких, знаете, суперударов, которые могли бы как-то его защитить. Да, у него есть обычная защита, физическая. Но она его очень сильно-то не спасает. И вот этот вот удар отбрасывающий, ну он тоже, грубо говоря, ничего хорошего нам не даст. Никакого преимущества. А тем более, как мы видим, здесь у нас очень много стрелков. Хорошо, давайте попытаемся, как говорится. Но я больше чем уверен, что здесь мы проиграем. Так, вот, в принципе, уже даже видно, как они стреляют. Это придется Хилке у меня работать, грубо говоря, на одного боксера. А если они переключатся на Хилку, он даже не сможет взять на себя провокацию. Да, печалька. Ну-ка. Йо-хоу! И пробежал куда-то мимо. Дуралей. Ну что, грубо говоря, ребята, у меня 8 от Хила плюс 1 боевик. Это я имею в виду карточки, которые вы видите наверху, которые я могу применять. Ладно, с этими мы кое-как справимся. Два стрелка, и то слишком это все долго. Оу, а здесь, вот здесь я боюсь уже будет финиш. Вы посмотрите, сколько их. Да. Вот именно об этом я вам и говорил, ребята. Ну, протянешь ты или нет? Че, уже что ли? Блин, называется, я только рисанул его, и он сразу же помер. Одним словом, ребята, здесь крышка мне. Что я здесь делаю с Хилкой? Ничего, потому что атаковать она не может. Сейчас у меня этот щит закончится, и меня здесь уронят. Да, жаль, конечно. Надо было не тупить. Надо было мне все-таки заключенного брать с собой в команду, а не оставлять его в команде поддержки. Потому что в команде поддержки ты его вызываешь, и после этого он исчезает. Больше его не будет. А когда он у нас с вами в компании именно будет присутствовать, то, конечно же, он остается у нас насовсем, пока его там не положат. Да, этап. Этап пройден, главное написано. Ну что же, 9 монеточек я заработал. Почему-то здесь только 2. Странно как-то, да? Магазин, и у нас всего 11, а нужно 600. Ой, нам еще до вампира, ребята, очень и очень долго пыхтеть. Так что давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Мы немножко с вами окрепнем, а потом уже продолжим играть. Так что всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих новых видосиках. Всем пока и удачи вам!